Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорей бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Мне знать... Хочу! Куда это ты собрал? Huh?
Мерда! Дверь! Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил тебе, не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог! Сансоне! Я вернусь со стражей! Стой! Да. 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 Держите его! Да. Вон он! Я убей его! Нужно найти выход! Или мне конец! Нет. Да, да, кажется, они отстали. Да, да, кажется, они отстали. Беги быстрее! Убейте ассасина! За мной гонь! Дождитесь удобного момента и нанесите удар. Прикончите его! Учили! Тебе не уйти! Немедленно! В чем дело? Ах, нет, держите за ним!
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Grazie, padre. Бернардо? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтобы никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молто бене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудитора. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которое хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Это очень похоже на него, но... Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав.
Слезай! Немедленно! Аджу! Тебе не уйти! Здесь делаешь? Лиза, сдохни! Покажи-ка нам пару своих трюков. Подходите, друзья! Свежая овечья моча и... Вот и все. Заходите еще. Подходите, не стесняйтесь. Я полностью в вашем распоряжении.
Бонжорно. Привет, Эцио! Давай поглядим на список. Buon viaggio!
Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? А престо, Эцио. У собора Санта Мария Новелла. Заинтересованных членов гильдии Арте Деи Маэстри и Пьетро Эле Ньяме просят подавать заявки в Гонфаландьеру.
Господи, он что, умом тронулся? Убирайся отсюда, стоп! Он там, он убегает! Быстрее, быстрее! Назад! Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Эй, подумайте о тех, кого вы можете поранить. Знаешь что? Ты перестал мне нравиться. Аривидерчи, пёс! Пожалуйста, мистер Рикордио! Нет, прошу, не убивай меня! Должно быть, это братство. Да они стоят за всеми недавними убийствами в наших местах. Нам на этом О, боже! Здесь преступление на каждом шагу. Надо Простите, быть осторожнее. Я не хочу. Скоро тень его крыльев закроет всю землю!
Что? Приносите больных и раненых. Это моя вина. Мама, мама. Идиот! Нельзя просто делать! Тебе нужно сделать выбор, друг. От этого зависит... Отходите, друзья! Видел бы это не Сэдди! Уходите отсюда! Бегите, если вам дорога жизнь! Нам Дарли Трэвиса! Не подходи, убийца! Назад! Или я прикончу тебя! Не плачу. Добрый господин, отпустите меня! Я никому не причинил зла! Господь вам нет. Мы гордимся, и благослови Господь! Безумцы, сумасшедшие, бегите! Я никогда не видела такого сборища перепуганных Перси Тимерда! Тут прямо-таки воняет страхом! Вот, хватайте его! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Безумцы, сумасшедшие, бегите! Он просто... Это... Убийство! Я пошел. Пусть твоя гнилая душа отправляется в ад! Боже! Еще одна бедная душа отправилась. Мне определенно пора идти. Пожалуйста, я... Придурок! Всегда был... Осторожнее! Разве это законно? А, не мое дело. Похоже, что вы только выглядите как простолюдин. Нет денег, сеньор? Какая жалость! Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! Понятно. А если я переставлю эти буквы? Готово. Бежим!
благородные цены для благородных людей. От таких... Ну, кто платит, тот и прав. Это Лоренцо, с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традиторе! Джулиано, нет! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Тебе конец, Лоренцо! Все твои родные падут от моей руки! Негодяй! Убийца! Я тебя прикончу! Ты сам во всем виноват! Да сдохни же, наконец! Подождите, пожалуйста, мне нужна помощь! Yeah.
Пожалуйста, не бросай меня! Спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? Идем. Я истекаю кровью. Держите, сеньор. Я постараюсь поднажать. Я убью Франческо Пацци! Я убью всех его родных! Я истреблю эту семью! Тише, сеньор! Берегите силы, иначе на место я доставлю ваш труп. Я не хочу умирать! Надо бежать! Я не хочу умирать! Помилуй меня! Господи Иисусе, помоги! Что ты тут делаешь? Слезай! Это без меня. Теперь ты не уйдешь. Я надеялся, что мне не придется драться. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Я еще не разучился обращаться с оружием. Сегвин. Я еще не разучился обращаться с оружием.
Пустите нас! За мной. Лоренцо ранили! Априте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица! Ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой! Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Паци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилы Паццо штурмуют дворец Синьори. Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Франческо Пацци, спаси наш город, Аудиторе. Убей его. Франческо Пацци. Дворянин, выросший в городе, покоренном разбогатевшей семьей Медичи. Из-за этого он с детства ненавидел обывателей, которые пробиваются наверх. В отчаянии он наблюдал, как банковский дом Медичи обходит его собственный, и многовековое влияние Пацци на правительство Флоренции выскальзывает из его рук. Похоже, испанец предложил ему решение. Вместо конкуренции в грязном банковском деле Франческо должен был оказать тамплиерам всего одну услугу, что могла бы навсегда поставить мещан на место. Убить Медичи. Джованни Аудиторе пытался остановить Франческо и арестовал его, но тамплиеры освободили Пацци. Сеньор! Я видел Франческо во главе отряда с обратной стороны дворца Синьории. Боюсь, что он пытается найти другой вход. Иди, пока не поздно. Сделай, что можешь. Чел тебя так двигать? Вот он! За
ним! Мадре Санта, пора уходить! Он похож на... Я уверен в этом. Вот он! За ним! Поймайте его! Немедленно! Совсем спятил. Yeah.
видел этот пугет? Черт! За ним! Не дайте ему уйти! Черт, он уходит! Он там! За ним! Я не вижу. Экколо! Бей его! Это снова ты? Почему ты еще жив? Парни, убейте его! Мальчик вообразил себя мастером меча. Ты умеешь фехтовать, но мои люди быстро разберутся с тобой. Дезисти! Ты лишь ненадолго отсрочишь свою смерть. Что ты хочешь доказать? Что ты верный слуга этого пса Лоренцо? Стража! Стража! Никто не придет. Мы одни. Maledetto, che il diavolo ti porti! Stammi lontano! Франция осудит тебя за то, что ты сделал. Все кончено. Все кончено. Лучше быть счастливым в этой жизни, чем мечтать о славе в следующей. Покойся с миром. Либерта! 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 Пополо! Либерта! Либерта! Франческо!
Когда мне было 6 лет, я упал в Арну. Я чувствовал, как погружаюсь все глубже во тьму и был уверен, что скоро умру. Когда я очнулся, то увидел рыдающую мать. Рядом с ней стоял человек, вымокший, но улыбающийся. Мать сказала, что он спас меня. Так началась долгая дружба между семьями. Твоей и моей. Прости, что не спас твоего отца и братьев. Тебе не за что извиняться. Я уверен, что за их смертью стоит Якопо Паци. И за нападением на тебя тоже. Нужно найти его. Мы не успели арестовать его. Этот трус бежал. Ты знаешь, куда? Нет. Они хорошо спрятались. Они? Якопо не единственный сбежавший заговорщик. Если они заодно с Якопо, то виновны в заговоре против моих родных. Назови их имена. Антонио Мафеи, архиепископ Франческо Сальвиатти, Стефано Дабаньоне и Бернардо Баранчелли. Бене, я поговорю с дядей. Он разошлет своих людей по провинции. Постой, пока ты не ушел. Страницы кодекса. Я нашел ее в личных бумагах Франческо Пацци. Уверен, что ему она теперь без надобности. Меня всегда привлекали древности, как и твоего отца. Она и для меня много значит. Тогда прими ее в подарок. Да поможет нам Бог. Якопо Паци. Мешок с деньгами. Якопо был главой семьи Паци и семейного банка. Сам он против Лоренцо Медичи ничего не имел, поэтому нанял 4 убийц-тамплиеров, чтобы они сделали все за него. Бернардо Бандини де Баранчелли ненавидел Медичи за то, что они изгнали его двоюродных братьев. Днем Баранчелли вел счета в банке Паци, а ночью убивал по приказу тамплиеров. Баранчелли был первым, кто нанес удар. Стефано Дабаньоне известен своей жестокостью. Тамплиеры превратили его в профессионального убийцу. Баньоне ударил Лоренцо Медичи кинжалом в спину. Антонио Мафеи. В том, что Вольтерру разграбили наемники-флорентийцы, он винил Лоренцо. Присоединился к тамплиерам, чтобы отомстить. Именно Мафеи перерезал Лоренцо горло. Архиепископ Франческо Сальвиати. Мечтая стать новым архиепископом Флоренции, он пришел в ярость, когда Лоренцо встал у него на пути. Но тамплиеры были готовы утешить его. Это Сальвиати вел войска тамплиеров в город. Я отметила на карте Палаццо Медичи. Посети его, чтобы добиться 100% синхронности с Эцио. Возвращают бодрость и омолаживают.
Посмотрите на товары высшего... Бен, до свидания. Вниманию всех иноземных торговцев. Качественный товар. Возвращайтесь в любое время. Это действительно рискованно. Это занятие мне по душе. Хватать мечи. Потрясающе. Если хочешь, поупражняйся с моим клинком. Грация, амико. Вы возвратили нам... Где у него слабое место? Будь здоров, амико. Где у него слава? Надежда, мама, пора уходить. Мне пора уходить. Мадре Санта, пора уходить. Мадре Санта, пора уходить. Боже, позовите страх. Черт! Он мертв! Что здесь произошло? Там, да! Позор! Вы обращаетесь с нами не лучше, чем они! Вергонья! Нагоните-ка на них страху! Он поскользнется! Престо! Престо! Опереди делегации! Отъем! Умри! Бей его! Безумие! Лечу всех! Так уже лучше, но я всегда говорю, лучшее лечение – это... ...извещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены... Полагаю, он проживет еще... Смейтесь надо мной, я тут не причем. Дюдель Челло, что он затеял?
Подобрать для тебя стильную одежду. Хио, покойся с миром. Горе, насилие и смерть. Добрые люди, вот подходите, покупайте. Все, что вам нужно. Бабена, сеньор, приходите еще.
меня честная лавка. И безумцы сумасшедшие, бегите! Черт, надо бежать! Я ухожу! Подлый, поймайте его! Немедленно! Раз и один, каждый вечер я возношу к вам за то, что он послал вас. Помните, чему вас учить? И где столько крайне, крайне хорошо! Отпустите меня! Это без меня! Пощадите! Пожалуйста! Я много натворил! Это меня не касается! Это без меня! Это меня не касается! Грация, Амико! Вы возвратили нам веру! Парла Мадонна, чего знать? Грация, Дио, каждый вечер! Парни, вспомните, чему я вас учил! Это без меня! Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Мне бы хоть капельку вашей храбрости! Дилда Бенетика, сеньора! Помните, чему вас учили! И действуйте крайне, крайне! Убивайте! Я человек маленький! Добрый господин! Жальтесь над... Вон отсюда! Прошу, не убивайте! Я человек маленький! Это без меня! Окружайте его! Закончим это по-быстрому! Я не хочу ничего знать! Давай! Вспомните, чему я вас учил! Тихо, сеньора. Черт! Надо бежать! Вот ты, качественные кадры, разумные деньги. Говорите красивые слова. Убедитесь сами. Черт, и здесь я надо мной смеется. Да они стоят. Ну почему я? Что это лучших ремесленников? Качественные товары за разумные деньги. Жизнь не видел такого страха. Молю, сохрани мне жизнь. Пустите. Вселенная надо мной смеется. Ну почему я вечно оказываюсь не в том месте и не в то время? Качественные товары. О боже, ну и бой. Ради всего святого. Этот убийца из испытания, посланное Господом. Услышьте глаз Божий. Еще немного, и я тебя.
Анжо. Он подобно чуме губит все, что нам. Добрые жители Флоренции! Сообщение от Арте Делла Лана! Что это было? Должно быть, совсем Бонжорно. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Thank you.
Бон Вьяджо! Есть то, что вам нужно. И товары из металла. Все в порядке, но если что, приходи еще. Уверена, что вы не хотели дурного. У тебя что-то болит? Вот и все. Если что, возвращайся. Такие молитвы, услышав которые, Бог простит даже отъявленного вора.
Подходи и не стесняйся.
нужно сматываться. Бежим! Доброй ночи. Нет, нет, не подходи! Не подходи! На помощь! Стража! Заплатишь за свои преступления! Что за глупость? Отпустите меня! Я тут ни при чем!